Каков город и что это за город без мотоциклов? Да, есть миллионники, но дальше и это Магнитогорск. Есть все, и Харлеи, и бумеры, и от, и до. И вы хотели бы такое? Но, во-первых, учение и права. Во-вторых, шлем и обмундирование. В-третьих, транспорт необходимо поставить на учет. При движении проверить, чтобы сигналы работали правильно. И в путь. Но, граждане, не думайте, что вас видят на дорогах. Мотоцикл меньше машины. И даже в зеркале заднего вида он теряется. Мало того, не все вас видят. Поэтому мотоцикл более опасное транспортное средство, чем машина. Именно поэтому в городе Магнитогорске были закуплены вот такие немалые мощности машины. А зная, что это BMW, как-то думается, не стоит убегать от них. Потому что ваш бег – это большая часть становления хрустиками. Мотоцикл – это более и в разы опасное средство для передвижения. И обратите внимание, в городе нет визга. Мотоциклы ездят с удовольствием. К слову, о лучшем городе в природе. Он не такой большой, и качественное, и неспешное перемещение – это стиль магнитогорской жизни. Но даже в этом стиле давайте думать о себе и о пассажире. Каски должны быть у всех, и у пассажиров тоже. Мотоциклы должны быть поставлены на учет. Без этого никак. Такое наше правило. Уважаемые мотоциклисты, напоминаю о том, что при перевозке пассажиров на мотоцикле необходимо использовать мотошлем. К слову о том, что это специалисты лучшего уровня. Только такие сейчас на дорогах города и в ГИБДД. Не верите? А зря. Не каждый может грамотно управлять и правильно показывать движение в городе. Не каждый. Уважаемые мотоциклисты, к вам обращается сотрудник мотобата. Соблюдайте правила дорожного движения. Также уважительно относитесь к пешеходам, не превышайте скорость, берегите себя, пассажиров, которые двигаются с вами, давайте им шлем одевать так же, как у вас, пропускайте пешеходы. Уважаемые мотоциклисты, мы с вами общая семья, давайте сделаем наш город безопасным. Берегите себя, ну а мы всегда едем за вами сзади, так что будьте внимательны. Те, кто уже ездит или собирается сесть за руль двухколесного коня, также проверяйте, чтобы у вас была категория, получайте, учитесь, ездите. Мотоцикл — это для того, чтобы получать удовольствие, но не для того, чтобы гонять, создавать аварийные ситуации. Помните, что на дорогах есть такие же люди, такие же водители, для которых мы, мотоциклисты, не сильно заметны. И давайте сделаем так, чтобы мы не создавали друг другу проблем на дорогах, видели друг друга, ни резких маневров не совершали и ездили аккуратно для удовольствия, чтобы все были живы и здоровы каждый мотосезон. Мы с вами общая семья, и только вместе мы сможем сделать дороги безопасными. Благодаря с вами мы делаем все возможное. Помогайте нам, звоните, сообщайте, берегите себя.